Вот это может быть вот чуть-чуть. Он, видишь, он чуть побольше. Но он, у него психика вообще отменная. Все нервные, а этот, видишь, отменная психика. Привет. Ну, молодцы. Молодцы. В одном месте огурцы. Иди. Им воды же надо сейчас налить. Я думаю, что надо сейчас будет тюбика выпустить. Они целую ночь уже друг на друга видели. И все. Если что-либо там еды поставить, либо здесь. Ну, видишь. А тогда я вот эту кашу заносил. Посмотрим, как они будут. Поэтому держи шланг наготове, но я не думаю. Тюбик трусливый, да. Воду, да? На всякий случай, просто вдруг, если да, что. Да. Да, он пошел, нормально. Да нет, все будет хорошо. Нет, они не друтся. Они... Нет, они не будут, они малыши. Они просто боятся. Тюба, иди сюда, мой хороший. Иди, мой золотой. Мама голос сорвала совсем. Сейчас все будут кушать. Тюба, не бойся. Малыши. Чего? Вот тюба, они все разные. А? Тюбик, чуть потемнее. Тюба, иди сюда, не бойся. Иди. Это даже был мой дом. Выгоняй. Тюба, мы не выгоняем. Никто никого не выгоняет. Все будут жить вместе, дружно. А скоро поедем в большой дом. Ну, не всегда страшно. В новый дом? Да. Не, все убираем можно. Это уже не понадобится. Что, здесь кормить? Я думаю, что пока да. Сегодня да. Они сегодня подружатся, а завтра уже будем здесь убирать, кормить, стелить все. Да, они сегодня вот привыкнут сразу. Конечно.